Волонтерам активно помогали кадеты из нескольких курских школ. Они также поздравляли курян с предстоящим Днем Победы. Добровольцам не помешал даже дождь. Видите, на всех точках активисты стоят, поэтому погода все-таки такой праздник. А наши предки стояли и не в такую погоду. Напомним, что носить черно-оранжевые ленты нужно слева на груди. Заплетать волосы или же повязывать на сумку неприемлемо. Кроме того, георгиевская лента – обязательный атрибут участников бессмертного полка.